йога, практикуя, увидел, что возможно достичь улучшения этой жизни. Наша жизнь может стать более качественной, свободной от многих страданий. Поначалу, может, свободной от каких-то приземленных бытовых, домашних проблем, на работе проблем, с соседями, друзьями, в обществе. А потом, может быть, все глубже и глубже наша практика духовных проблем. Эту практику в буддизме Будда назвал восьмеречной практикой. Есть восьмеречный путь. Практика, состоящая из восьми аспектов. Как практиковать, чтобы быть в гармонии, чтобы было счастье и не было конфликтов. Восемь аспектов, восемь областей нашей практики. Что каждый из нас может делать для того, чтобы развиваться? Первая область. Очень часто многие интересуются духовным буддизмом, приходят на ретриты, начинают с медитации. Медитация – очень популярное слово сейчас. Слово «медитация», «випассана». Кто из вас не слышал слово «випассана»? Большинство – медитация. Все хотят медитировать, все хотят… Сейчас ретрит закончился вчера, и было такое… Кто-то из участников сказал, что он начал медитировать, потому что он думал, что медитация – это улет в космос. На земле жизнь так-то стала, так трудно, проблемы. И хочется, многие хотят куда-то улететь, в транс впасть какой-то, в какое-то трансцендентальное состояние. И в этом восьмеречном пути есть место для медитации. Одна из областей восьмеречного пути называется правильная внимательность. Когда мы медитируем, есть разные техники медитации. Есть техника анапанасати. На языке пали, анапанасати. Язык пали – это язык, на котором говорил Будда. 2600 лет назад, в том месте, где жил Будда, на севере Индии, государственным языком, на котором все люди говорили, все население, был как раз язык пали. И все учение Будды было записано в сутрах, сутры, как раз на этом языке. Мы сейчас можем читать, можем изучать его историю, его практику, его учение. И на этом языке одна из видов медитации называется анапанасати. Медитация наблюдения за дыханием, которая развивает правильное внимание. Внимательность очень полезна. Что такое внимательность в буддийском понимании? Потому что кто-то говорит, я внимательный, что тут развивать? Я же вас слушаю, я внимательный. Я что-то делаю, я внимательный. Правильная внимательность в буддизме – это качество, которое помогает нам направлять свой ум на полезные объекты, смотреть в полезную сторону, в нужную сторону. Правильная внимательность – это куда мы смотрим, о чем мы думаем, чему мы внимаем, чем мы занимаемся. В буддизме говорится, правильная внимательность – это в начале. Внимательность к себе очень важна. Здесь может быть гармония, может быть баланс в нашей практике, потому что мы привыкли уделять всегда внимание другим, наблюдать за других, следить за другими, оценивать других. Всегда смотрим наружу. И теперь мы можем вносить баланс в нашу практику, развивая внимательность к себе, наблюдать за собой. Какие у меня качества, как я живу, как я реагирую, как я себя веду. Мой характер, мое поведение, мои реакции, они умелые? Они приносят мне страдания или счастье? Они тем, кто вокруг меня, приносят счастье, покой, когда кто-то со мной общается, когда кто-то со мной работает, встречается, он после этого счастлив, спокоен, добрый. Мы можем наблюдать, что у нас полезно и бесполезно. И тогда это правильное внимание, то есть медитация. Медитация – это инструмент самопознания. Мы можем потом
обнаружить, что, допустим, может, у меня много жадности, я эгоист. Может, у меня много власти, я хочу быть властным, я хочу все к себе. Может, у меня много злости, обид, критики. И постоянно всем омрачаю жизнь, потому что постоянно придирчивость, постоянно, что мне все не нравится. Много разных неумелых качеств может быть. И когда мы видим во время медитации это, мы можем отпускать, можем развиваться от неумелого к умелому, от бесполезного к полезному. Камень на внимательность — это внимательность к настоящему. Часто говорится о практике, что мы хотим отпускать прошлое, отпускать будущее, быть здесь и сейчас. Сейчас даже это модным стало, быть здесь и сейчас. Но на самом деле модно, не модно, это вы наблюдайте, пожалуйста, и увидите, это очень полезное. Сколько энергии, сколько сил у нас отнимает то, что мы живем в прошлом. И мы постоянно волошим прошлое, волошим прошлое. Постоянно копаемся в прошлом, что было вчера, что могло быть, а почему это было, а почему этого не было. Сколько чувств обиды, сколько чувств сожаления, сколько люди говорят, сейчас жить-то невозможно, сейчас счастливым-то невозможно быть. А в прошлом-то жизнь была хорошая. В прошлом такие хорошие люди были, общество, в прошлом даже еда была вкуснее. А сейчас, как сейчас жить? И когда наш ум в прошлом, можем ли мы быть счастливы? Мы гонимся за тем, чего нету, и никогда уже не будет. То, что было, ушло навсегда. И сколько энергии уходит на то, что мы опять думаем о будущем, если не в прошлом беспокоимся, хорошо, сейчас едим на встрече, но вместо того, чтобы наслаждаться, мы думаем, а завтра же понедельник, завтра на работу. Как я буду работать, какие проблемы, кризис же нам. Снаружи везде кризис, а там может быть кризис, а здесь может быть процветание. Потому что это опять... Теперь, когда мы говорим о том, чтобы наша практика не была крайностью, не порождала конфликт, всегда должен быть баланс. Будда говорил, этот восьмеречный путь практики называется тоже серединным путем. Это не означает, что нужно не думать о прошлом, не думать о будущем. Вообще, иногда прошлое полезно, иногда будущее нужно планировать. Но основное время — это наблюдать настоящее. И опять не только наблюдать, а делать что-то в настоящем, трудиться в настоящем. Потому что будущее, оно придет не от того, в зависимости от того, как мы его думаем, как, насколько мы о нем беспокоимся, как мы его планируем. Будущее всегда придет таким, как мы проживаем настоящее. Завтра придет умелый день, за спокойствием, придет спокойствие, с доброты, доброта порождает доброту. Это первая область. Второй очень похожий фактор восьмеречного пути, связан с медитацией, называется правильная концентрация. Когда мы медитируем, очень часто мы сосредотачиваемся, но медитация, концентрация во время медитации — это не какой-то улет, это не транс, куда-то провалился и потом непонятно. Как жить теперь? Многие впадают в такую крайность. Я не знаю, насколько вы усердно медитируете. Но я бы хотел поделиться с вами таким наблюдением, что многие, практикуя медитацию, впадают в крайность, и они уходят от реальности. Садятся на полу, наблюдают дыхание. Вдох, выдох. Не хотят, чтобы никто их трогал. Не хотят работать, ничего не хотят делать, становятся замкнутыми. Очень часто к духовным практикам приходят люди по своей природе замкнутые, у которых есть проблемы какие-то. И медитация может делать их еще более замкнутыми, асоциальными, отстраненными. Бывает иногда так, что дурной манит человеком,
нормальным другом, хорошо смеялись, радовались, кушали что-то, все, кушали все, пошли в ресторан, китайский, итальянский, французский, пошли отдыхать, пошли купаться, пошли тоже говорить обо всем. Вроде бы адекватный человек. Пошел на какой-то ретрит, пошел на какую-то практику, потом как вернулся, не узнать его. Сейчас невозможно с ним общаться, он такой серьезный, задумчивый вообще. Он говорит, нет, это все мирское. Мы же должны быть йогинами, аскетами. Медитация приносит конфликт опять. Потому что как потом на работе быть, как с семьей быть, как в обществе жить. Когда мы развиваем концентрацию, что такое концентрация? Мы говорили внимательность. Внимательность – это куда мы смотрим. Мы хотим всегда смотреть на то, что делает нас спокойными, добрыми, приближает к реальности. А концентрация – это то, как мы смотрим. Концентрация – это качество внимательности. Мы хотим смотреть сосредоточенно, сфокусированно. В буддийском понимании концентрация – это когда мы что-то наблюдаем с целью изучения, познания и достигаем такого состояния, как безмолвие ума. Когда ум отпускает свои идеи, свои взгляды, суждения. Когда мы, допустим, смотря на что-то, хотим изучить, но смотрим, наблюдаем за этим не сквозь призму своих идей, сквозь призму своих вкусов. Мне это нравится, это не нравится, это правильно, это неправильно. Когда мы смотрим на пустой ум, свободный от идеи «я», «моё», тогда мы можем все более и более постепенно видеть все более объективно, не субъективно. Не так, что смотрим на одно и то же, и вы видите одно, я вижу другое, кто-то видит третье, хотя смотрим на одно и то же. Но буддийская практика – это не только медитация, это не только развитие внимательности, концентрации. Она более глубока, более всесторонняя. Третий шаг, к примеру, третья область нашей практики называется правильное понимание. Вот вообще то, что мы говорим, есть 8 областей в восьмеречном пути, но эти области следует понимать как аспекты практики, как направленность нашей практики. Это не шаги, это не практика пошагово, это не этапы, что, к примеру, прежде чем я не сделал первый шаг, не могу делать второй. Прежде чем я не освоил первого, нельзя дальше. Это не так. Это 8 разных областей, когда мы можем одновременно делать нашу практику всесторонней, сбалансированной. Есть время для медитации. А теперь идем дальше. Правильное понимание. Правильное понимание – это то, чем наполнен наш ум, что мы знаем в уме. Правильное понимание в буддизме есть 2 видов. Правильное понимание теоретическое, интеллектуальное. Очень хорошо, если вы заинтересованы практикой, духовной практикой, изучать, читать книги. Сейчас очень много на русском языке разной литературы, как медитировать, как духовно развиваться, каким путем идти, слушать лекции, очень много лекций, читать, возможно, иногда сутры, первоисточник, не только то, что современный монах или учитель написал, а то, что прямо, ну, прямо, не прямо, сложно сказать, время-то длинное прошло, но, образно говоря, прямо от Будды дошло до нас, оригинал. Может это быть очень сложно, понимать сутры, потому что архаичный язык, все древнее, но вы можете пропитываться духом практики, вы можете изучать, что сам Будда учил, чему он учил. Если знаете английский язык, на английском языке вообще много литературы. Но правильное понимание есть второго вида.
Интеллектуально это хорошо, знать можно много. Понимание, достигаемое через опыт.